Ребята, всем привет! Это Алексей Бухов, компания World Jammer. Сейчас я вам быстренько, совершенно просто покажу, как можно организовать свою собственную веб-конференцию и провести презентацию без проблем. Делаем следующее. Заходим в личный кабинет, вводим свои данные, Алексей Бухов, пароль, жмем стрелочку «Войти». Дальше спускаемся ниже, заходим в конференц-сюит. Комната конференции. Здесь, в принципе, можно вводить даты основные. То есть, как называется комната, пароль. Вот здесь пароль вводится для комнаты. И название конференции. Когда, что, во сколько. То есть, здесь основное положение указывать и так далее. Здесь указана ссылка на нашу конференцию. Она так выражается. Указаны основные настройки. Здесь, в принципе, ничего менять не нужно. То есть, можно здесь поставить, выбрать камеру или микрофон, или камера и микрофон. Предпочитаю ставить микрофон, если вы собираетесь просто говорить и показывать слайды для презентации. Все, это все основное. Дальше жмем Request Room. Все написано Start Meeting. Ваша комната готова. Сейчас вы можете начать конференцию. Жмем Start. Открывается ссылка. И открывается ссылка на наш сайт. Вот. Что мы здесь делаем? Вводим пароль. Можем войти. Зашли. Зашли в маркетинговую поддержку. Да, вот My World. Нажали. Потом зашли в Building Machine. Зашли в маркетинговые инструменты для презентации. Здесь вводим вот эту ссылку. Жмем копировать. Дальше жмем на Web Pages. Жмем. Здесь вставляем ссылку. Вставить. Жмем Share. И у нас загружается наша любимая презентация. После этого, что вы можете делать? Вы можете приглашать людей и проводить для них презентацию. Ничего сложного, все просто. Главное наше желание и умение. Вот так вот просто можно организовать свою веб-конференцию. Это был Алексей Бухов. Друзья, всем всего доброго.